И снова всем здрасте. Сезон открываю потихоньку металлокопом. Уже чуть-чуть поработал. Сегодня погода хорошая. Солнышко светит, градусов 15. Но ветерок прохладный. Вот вышел поупражняться. Надо сбивать то, что за зиму накопил. Сейчас покажу, что наделал уже. Вот уже вот такие вот ямы здесь нарыл. Зашел сразу, тачку взял на приемке. Вон та железяка у меня хорошенькая лежит, килограмм на 5. И что-то я решил вот эти поотбивать здесь арматурины. Вот эти вот. Они тут в бетоне сидят. Ну, это сейчас минут 5-10 их здесь не будет. Вот они уже валяются у меня. Две штуки. Я их уже отдолбил. Вот у меня. Что я выкопал? Лопатчоночку. Здесь вот уже немножко насобирал. Ну, как-то так. Никуда далеко не хожу. Все опять на тех же старых местах. По-старому иду и снова все всплескивается. Вот хороший крюк. Что-то я не могу с ним справиться. С этим и справился я в прошлом году. Вот одна, вот вторая, там он, третья. Забетонировано все. Здесь так вот. Хлам, короче, один. Ну все. Начинаю долбать. Ну, продолжение следует. Вот набабахал проволоки. Копнуло тут ее. Вон. Смотрите, сколько. Это тут вообще караул. Сегодня погода вообще жарко. Я уже спекся весь. Вон Болгария моя лежит. Подпиливаю потихонечку. Кусочками достаю. И там еще в земле, куда ни кинь лопату, не воткни, везде проволок. Решил я ее сегодня здесь ликвидировать. Ну, поверим возможности. Так, не спеша, потихонечку. А еще иду, смотрю, две стойки валяются. Но не цельные были, а так как в них масло, я их распустил, масло вылил и все дела. Ну, как-то так, пойдем дальше. Птички поют. Клинов много. Сок кленовый можно добывать. Ну вот, ребята, мой урожай на сегодняшний день. Я думаю, тут килограмм 70 есть. Мчусь. Лечу прям. Еле-еле кое-как. Сюда бросишь, а туда... 72 килограмма, короче, у меня получилось. Ё-моё. Вот так. Ну, вот такая вот беда на моем пути встала. Долбить ее надо. Бетон старый. Арматура толстая. Кругляк вообще хороший. Ну, не знаю.